Приветствую вас. Ситуация заключается в том, что вы на фоне своей беременности и на фоне того, что, ну, как бы, значит, занимались только ребенком, вот, на фоне некоторых ограничений. Вот, который у вас, ну, в какой-то степени естественным образом, да, образовались, ну, потому что не могли не образоваться, вот. Вы начали испытывать тревожность, вы начали испытывать некоторые чувства, вот, негативные, вот, вы начали, там, ну, условно говоря, бояться, например, что мужчина уйдет от вас, вот, стали сомневаться в себе, вот, и, конечно же, это связано только исключительно с тем, как вы себя воспринимает, да? Это связано с характером ваших взаимоотношений, потому что характер ваших взаимоотношений сейчас, на данный момент, по сути дел, таков, что вы имеете что-то общее только в лице, судя по всему. Ребенка и желание семьи. То есть, память правильно, я не хотел бы делать никаких выводов, но таких вот поспешных, потому что с вами нужно поработать, да, нужно позадавать вам вопросы, вот, убедиться в том, что, грубо говоря, я вас там понял, да, правильно, убедиться, что вы там все, условно говоря, ну, верно, да, понимаете и так далее, вот. Первый момент, первый аспект ситуации, это аспект такой, что у вас отношения базируются на семьи и ребенки. Это первое. То есть между вами, там, грубо говоря, общего между вами, ну, как бы, немного, да, помимо ребенка, к сожалению. Вот. Это первое. Второе, то, что как только вы ушли в декрет, да, и стали заниматься только ребенком, да, то есть, ну, как бы потеряли возможность взаимодействовать с вашим мужем на прежнем уровне, то тут же начались проблемы, вот, связанные именно вот с тем, что вы стали бояться тревожиться. То есть ничего более важного, чем выносить, условно говоря, мозг своему мужу, вы не увидели для себя. И в этот момент
один из основных моментов. И, конечно, здесь и неуверенность в себе, здесь и сомнение в себе, обесценивание себя, возможно. Но здесь есть еще и ориентированность на что-то в отношениях. То есть это ориентир на семью, на ребенка и все. А этого, судя по всему, не совсем достаточно для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно, не совсем достаточно это для того, чтобы вы чувствовали себя спокойно. Вот, вам это нужно условно для того, чтобы чувствовать себя защищенным. Вот. И влюбленность, как мне кажется, влюбленность, это больше здесь про то, немножечко. Влюбленность здесь это больше про то, что я хочу получить от человека. Вот. А про то, что мне нужно получить от человека, в чем я нуждаюсь и что я могу потерять, если, например, он уйдет, если там он будет жить отдельно и прочее, прочее, прочее. Понимаете, да? О чем идет речь? Все это ваши страхи, это ваша мнительность, возможно. И на это вам в первую очередь нужно обратить внимание свое. Вот. И поработать, соответственно, с этим. Вот. В первую очередь. А дальше уже смотреть, как в результате этого изменится ваша, условно говоря, модель поведения, да, как вы будете там, условно говоря, себя чувствовать, как вы будете себя вести и прочее, прочее, прочее. Вот. Я могу сейчас только лишь как-то вот высказывать предположение относительно того, что происходит, да, то есть то, что вы ревнуете, то, что вы боитесь остаться, то, что вы не видите, не знаю, себя без человека, грубо говоря, вот грубо говоря, да, вы не видите себя без человека, вот. И, ну, конечно, это тяжело, если это действительно так. Вот. Ну и ваши чувства к мужчине, ну вот, а точнее, направленность этих чувств, на мой взгляд, нуждается в корректировке, да, чтобы вы, может быть, ну, вот, в какой-то степени лучше понимали то, что сами чувствуются по отношению к мужчине. Вот. И если вам ничего в своей, условно говоря, модели поведения не менять, если вы в своей модели поведения ничего менять не будете, то, ну, мужчина, он
если вернется, да, то увидит все, что все то же самое. Вот. И единственное, что захочет сделать, это уйти. Уйти обратно, уйти опять. Вот. Ну, вам уже решать, собственно говоря, в каком направлении двигаться. То есть вам решать, ну, грубо говоря, что делать в этой ситуации. Вот, то есть, ну, если хотите с собой поработать, окей, поработайте, поможем вам, не вопрос. Вот. Вот вы бьете, что у вас мозги поехали дома. А конкретно, что это такое? Давайте разберем. Вы же сознательно ушли в декрет и беременность, при том, что вам достаточно мало лет. Вот. То есть это сейчас 22, значит, замуж вы вышли в 20 лет, а ребенка родили в 21. То есть как бы чем обусловлен этот выбор? Получается, что выбор-то вы сделали, а вот отвечать за него оказались не готовы. А значит, от своего выбора вы ожидали чего-то другого. Вот. Чего-то, что к чему вас выбор не приблизил, к сожалению. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.